Так, привет, ребят, с вами канал Dance Play, меня зовут Денис. Уже третий раз снимаю, блин, видео по этой игре, никак не могу снять. То, блин, нам надо заглючить, вылетит, то позвонит мне кто-то. В общем, это пипец уже, я так уже полуигры прошел, наверное. И никак не могу сосредоточиться на чем-то одном, то есть постоянно мне кто-то... Да елки-палки. Постоянно мне кто-то звонит, постоянно мешает, постоянно кто-то приходит. Надеюсь, сейчас все получится. Здесь, кстати, очень долгие подзагрузки между локациями. Не знаю, что это, с чем это связано. Не знаю пока. Надеюсь, меня было слышно, потому что по иконке записи я вижу то, что там она как бы лагает. Так. В прошлом вы не видели-то. В общем, видишь, даже если меня замечают, то мне как бы ничего. Ну, почти что ничего. Вот, то есть, меня замечают. Я умираю. Точнее, не сразу умираю. То есть, нет такого, что провал миссии. Но в меня начинают стрелять эти парни. Эти парни начинают в меня стрелять. Соответственно, я начинаю умирать. Но не умираю сразу. Прохожу уже 13 уровень уже прошел, ребят, представляешь? Я вот и снимал, то есть у меня уже примерно было, ну если так, где-то по 7 минут каждая, 7, 5, 3 видео, это уже, короче, где-то я 20 минут наснимал, может 25, нет, ну 20 где-то наснимал, в общем, за 3 видео. Это немного, но все равно как бы я там старался, рассказывал что-то, пытался быть интересным. А она меня подставила. Надеюсь, в этот раз будет все чики-пуки. Вряд ли я, конечно, буду интересно рассказывать, потому что мне это как бы уже немножко поднадоело. Ну да ладно. Так, у меня дают возможность открыть новый скилл. Какой дадут? Дайте самый крутой. И что он дает? Что он дает? 10 спед. 10 скорости. Хорошо, берем. Чем больше скорость, тем быстрее мы ходим. Так, стоям. Убиваем парня. Заходим за спину, убиваем парня. Так, стоим. Убиваем парня. Назад, обходим. И убиваем парня. Все. Я уже приноровился более-менее, ребят, то есть. Я тут уже прям мастер-убийца, то есть... Как бы обозвать? Я реально ассасин. Кстати, мы играем в игру Ассасин. Так она называется реально. Название игры Ассасин. Все, просто убийца. То есть Хунтер... А, нет, Хунтер Ассасин. Все. Это точно ее название. Больше других нет. Так, это нам не надо. Это нам не надо. Спецназ узнал, что мы здесь. Режем их. Ух, блин. Так, вот этого сейчас парня замочим. Все. Ну, бывает иногда, да, тупишь, но тут очень быстро реагировать на это. То есть, возможности для того, чтобы отбежать, спрятаться и опять нанести удар очень большие. То есть, проиграть здесь, в принципе, очень тяжело. Но возможно. Ну, возможно. Но строго до где-то 15 уровня, ну, 15-й, ну, такие вот уровни, то есть, 15-й, 20-й, я думаю, вообще без напрягов ему будет даваться эта игра, потому что пока 4 даже. Это вообще ни о чем. То есть, это даже не сложно. Сразу видел двоих их раз. Когда они вместе, то работает, так сказать, быстрое убийство. Сейчас он придет. Все, то есть, все просто. 17 уровень, а я, ну, считай, без напрягов играю. Сначала будешь больше адаптироваться, то есть там... Пару минут. Ссылочка будет на игру в описании. Если что. Если надо будет. Будешь адаптироваться, а потом быстренько войдешь и будешь рашить просто всех вот так по кругу. Я бы тебе сейчас показал, я тут по столу просто водил, как правильно играть. Ну, так как ты не со мной. Смотри, сейчас что будет. Убийца. Убийца просто уничтожитель.
Ну, давай быстрее. Вот эти вот, не знаю, опять слышите меня, потому что у меня как бы экран завис. Но вот эти вот подзагрузки между локациями. Слышали, надеюсь, меня? Меня. Вот эти подзагрузки между локациями, они как бы то ли останавливают запись, то ли... Ну, в общем, не идет таймер. Не идет таймер, и я не вижу, идет ли запись так как таковая. То есть я как слепой. Слепой становлюсь, то есть не понимаю, слышите вы меня или нет. Так, 19 уровень пройден. Нажимаем коллект. Так, ребята, что нам я хотел сказать, что нам преподнесет 20 уровень, а 20 уровень оказывается как бонусный идет. А бонусный уровень мы здесь можем много-много-много кристаллов набрать. Очень много кристаллов набрать можем. Так, просто идем, убиваем всех подряд. Отлично. А, кстати, подожди. Это мы за всех получили 300, то есть не за каждого мы получаем там 100, а за всех мы получили, то есть, в общем, убили 30 бойцов, получили 30 кристаллов, да? Я понял, я думал, система наоборот. Думал, ничего себе, там получить должен. 21 уровень, ребят, 5 уже ОМОНовцев. 5 ОМОНовцев, но они нам не составят никакой сложности в их ликвидации, так сказать, потому что они как бы... Ну, крайне у них не проработан даже, я говорил в предыдущих, как снимал, не хватает уровня шума. То есть, когда мы двигаемся, чтобы был уровень шума, чтобы они слышали, где мы идем. И все. Всего лишь небольшая такая штучка усложнит игру прям фух, на максимум. Будет играть намного сложнее, а чем играется сложнее, тем оно играется интереснее. Не всегда, конечно, но в Dark Souls это прокатывало. Смотри. Молодцы, молодцы, да, ничего не скажешь. Давай еще раз попробуем такое провернуть, хорошо? Сейчас. Раз, два, три, хорошо! Ой, чуть ли не помер, ребят, Чуть ли не затупил. Так, еще раз напоминаю, ссылочка в описании, ребят. Ссылочка в описании, то есть, по-любому, кому понравилось, заходим, переходим, играем. Игра классная, игра прикольная, это не реклама, наверное. Не, ну по-любому не реклама, кто мне будет за рекламу платить-то? А с вами был канал Dance Play. Подписывайтесь, ставьте лайки, пока!